Программисты из Google сегодня провели в классическом университете конференцию для молодых разработчиков. Чем интересен Омск для транснациональной корпорации, инвестирующей миллиарды долларов в развитие IT-сферы, расскажет Павел Ремнев. Более 600 участников, омские разработчики, программисты и специалисты в IT-сфере собрались на конференцию Google в Омске. Впервые эта компания забирается так далеко на восток России. На форуме много говорили о потенциале омских разработчиков. Они много и творчески работают, оптимизируя приложение Google. Омск, в отличие от моего родного города, с большим потенциалом. Здесь много перспективных специалистов, но пока они не делают из этого бизнес, как в США. Да, это очень круто, это просто фантастика какая-то для Омска. Google Developer Group была основана чуть более чем год назад и уже достигла такой высоты. Программистам пока приходится работать с иностранными заказчиками, но они надеются, скоро и здесь появятся свои интересные проекты. А будут ли еще такие конференции, станут ли они регулярными, зависит уже от потенциала Омичей. Павел Ремнев, Евгений Слепов, Новости 24, Омск.